и за тучку забежала. Смотрит Нюрочка в окно, стало Нюрочке темно. Горе, горе, все прошло, лето красное ушло. Скоро в школу вам пора, всем учиться детвора. Что же делать? Повздыхали, погрустили и решили, успокоившись чуть-чуть. Надо всем учиться нам. Мы соскучились за вами, мы пришли. Всем в добрый путь. Это дети. Это я. Это школа моя. Это дом мой и надежды. Это слезы и успех. Это двойки и пятерки. Тишина уроков, смех. Это жизнь моя, твоя, наша общая, друзья. Что в той школе за дверями? Кто нас ждет здесь и встречает? Добрые учителя! Ну а кто из них главнее? Кто на свете всех главнее? Всех он строже и важнее. Каждого в лицо узнает, каждого встречает. Поругает, приласкает, каждый день встречает вас. Это ведь директор наш! Дорогие ребята, уже 35 лет школа встречает вас. Мы всегда рады встрече с вами. Мы всегда знаем, что если полетели желтые листья, пришла осень. А пришла осень, пришло 1 сентября. И вот сегодня мы здесь. Сегодня день знаний. И мы думаем, что все классные руководители, все ребята, вы подключитесь к такому большому празднику, который... Я хочу... Учитесь. Скорей. Ну а если есть проблемы, обращайтесь к нам всегда. Сентябрьское утро на линейке во дворе для 11-классников последнее доброе детское испарение. Потому сказать хотим мы особые слова. Не защите, потерпите, мы немного погрустим. Вы хотите, мы дарим вам песни. Школа — это осень.
садимся мы за парты. Вновь порог зовет нас на уроки перемен. Школа, я давно с тобою не был. Вновь порог зовет нас на уроки перемен. Я все равно понятия нет, что получится, что все расплывается, хоть резко должна быть. В конце еще в ногу на последнем звонке мы его право поднять флаг в этом году представляется Костя Демидова. Костя, покажи, маши всем рукой. Костя Демидов, это наш. Вот он нет. Yeah.
Волкова Соль Сергеевна. Девятый Д. Бурик Светлана Ивановна. Двойка получил, кто-то ноги промочил он. Он расскажет это сам. Сначала мне, а после вам. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Добрый вечер. В эфире передачи «Здесь-здесь новости». Февраль в Черноголовке богат событиями, мероприятиями, концертами. Сначала новости школьной жизни. Самым значительным событием в школьной жизни была 6-я межгосударственная конференция одаренных школьников. Ее организаторы – Министерство образования России, Всероссийская школа математики и физики «Авангард» и Московский химический лицей. В Черноголовке конференция проводится в 5-й раз. Это очень серьезная конференция и проводится по всем правилам научных конференций. Каждый участник получил вот такую папку. В ней программа конференции, лучшие доклады предыдущих конференций. К нам съехались ребята из разных мест. Петербурга и Магадана, Нальчика и Самары, и Екатеринбурга и Элисты, и других городов. От Черноголовки было две команды. Первая команда 10 и 11 классников. Вторая команда 9 классников. Но они работали по программе 10 и 11 классников. Мы познакомились с нашими участниками. Это команда первая. Ее капитан-организатор Аня Мухина. Она представила нам команду. Ну, команда у нас замечательная. Это Пылаев Андрюша. Это Винников Саша. Это Шулакова Вера, моя одноклассница. Юрий Купанин, капитан нашей команды, наш призовой опора. Так, это Славный Володик, Черный Олег. Вторая команда девятиклассников была занята решением задач, и мы не рискнули им мешать расспросами. Ведь непросто, учась в 9 классе, выполнить задание за 11. Решать задачи можно было всем вместе, можно дома, а можно и проконсультироваться по телефону. Были на конференции и пленарные доклады по химии, физике, математике. Ребята докладывали серьезные научные работы, и получалось у них очень здорово. Когда были завершены все физико-математические бои, доклады, то все участники с нетерпением ждали объявления итогов конференции и процедуры награждения. Грамотами и подарками победители награждали в актовом зале школы 82, где и проходила конференция. Процедура награждения особенно приятна была для тех, кто выступал с докладом. Черноголовцы не представили в этом году докладов, но одержали не одну победу. Мы поздравляем всех наших участников. Yeah.
не поможем на вещи. Да нет, я знаю, что высказан будет долго и рано. Да. Пожалуйста, поближе встаньте, Лидия Александровна. Ребята, совершенно недавно мы с вами узнали, что нашему учителю математики, Складчиковой Лидии Александровне, приказом, указом президента присвоено высокое звание. Для школы это очень высокое звание, для учителя, в частности, это заслуженный учитель от России. Мы от души рады за Лидию Александровну. Это действительно человек, который заслужил это высокое звание. И когда я в газете прочитала указ президента, первый, за кого я порадовалась, это за Лидию Александровну. Мы все от души поздравляем и надеемся и верим, что Лидия Александровна будет долго еще свои знания нести вам, вашим сестрам, вашим братьям. И от души желаем Лидии Александровне здоровья и творческих успехов. Лидия Александровна Сладчикова всегда будет с вами. Что-нибудь хотите сказать, Лидия Александровна, пожалуйста? Что хотите? Что хотите? Могу что сказать. Поскольку у меня класс выпускной в этом году, это дети, с которыми я прошла рука об руку 7 лет, и поэтому нет дороже, наверное, мы дороги друг другу особенно. Говорят, дети – зеркало семьи, а класс – это зеркало классного руководителя. Класс и классный руководитель – это эхо друг друга. Они умеют по глазам читать мое настроение. Они умеют замолчать, когда они виноваты. И не надо им делать большого, глубокого раздолбона. То есть полное понимание у нас. Мне везет на детей. У меня всегда отличные дети, которые понимают. И умные дети. И вот эта ниточка не продолжается. У меня... Почему же только у вас умные? Нет. Просто так вот везет мне на умных детей. Вот. А в черноголовке особенная категория детей. И конца этому не видно. Идет следом 7-й класс, там собраны умные. Казалось бы, но уже все прошли. Сейчас про гимназии веду кружок в 4-м классе и думаю, боже мой, очень умные детки. То есть наша земля не стареет умами. И как у меня написано вот там на стенде, может собственных Платонов и быстрых разумов Эмиссонов российская земля рожать, это истинная правда. Очень волнуюсь. В правительстве поговаривают о реформе в математическом образовании. Меня это очень волнует, потому что я считаю, это либо вредительство, либо некомпетентность органов. Они хотят провести реформу в сторону, так сказать, снижения планки обучения математики. Мы сейчас держимся, наша наука, только на этом ките. И только хорошее знание математики дает нам хороших физиков, биологов и так далее. И если эту планку снизить, это, я считаю, недопустимо. Вот что волнует. Ну, а другое, что волнует, знаем мы с ними. Да, это наш. Ребята, может у вас что-то сказать? Они у меня тоже не любят выступать на публику. Нет, они стесняются. Тем более в присутствии. Память остается. Да. Хорошие сведения. Андрей, сколько? Ну, мрак. Мрак? Это хорошо. Это хорошо. Что ж ты хорошая? Шок, шок, несколько.
на это вычисление. Если это верно, то это на один балл только, как нам сказали, потому что задача решенная без пояснений. Ну, пояснение нужно. Теряется. Объяснение уже мясо, все понятно. Подождем. Ну, еще немножечко ему осталось. Еще немножечко. По-моему, он себе усложняет работу, как всегда. Ну да, сейчас посмотрим. Андрей, может, начнешь комментировать сначала? И там вот по ходу себя, так сказать, Так, Маша, давай маленечко сюда, налево. У нас А1, С1 просто, я сам не помню, что это написал, А1, С1 у нас, если как А1, С1, С1, В1 квадрат, то А1, С1 равняется сторона на корень из двух. Согласна. Два корня из двух. Согласна. Вот. По тем соображениям АС равняется 10 корней из двух. Согласна. Вот. Ну, найдем площадь всей этой трапеции. Трапеция, потому что А1, С1. Так, дети. Нужно ли находить площадь для того, чтобы найти боковое ребро усеченной трапеции? Ну, нет. Я даже ему подсказала, посмотрите-ка, я сделала выносной рисунок, в котором ему осталось самую малость нанести длинные основания. Подойди, пожалуйста, сделай работу. Проставь на рисунке. Это еще раз я вам говорю. Ставьте размеры, которые вам облегчат работу. Ну, так же неинтересно. Ну как же это 2 и 10 головки? То есть он делает ненужную работу. Но это интересно. Нет, вот как раз это интересно. Если учитывать, что у тебя таких задач будет не одна, то сэкономить время на задаче есть резон именно в этом случае. Это известно. Трапеция равнобокая, значит боковые ребра равны. И следовательно, вот этот отрезочек чему же равен у вас? Ой, 10 корней, 8, 4 корня из 2. 4 корня из 2. Сколько тебе надо операций, чтобы найти боковое ребро? Одно. А площадь будешь находить, когда решишь все 6 заданий, тогда в оставшееся время ты будешь находить площадь трапеции. Дети, знаете, чем опять пахнуло? Пахнет барашками.
подружки в темноте весело запели, а вас там совсем не видно. Вы хоть двигались бы, что ли? Что, шапочку снимите, молодой человек? Уже девчонки идут поднимать. Ладно, конечно. Женя, ну стой, стой, повернись. Ну, ты был неправ. Там такой костик. Ой, на лицах от того, что нет первого урока.
Работа честь. Счастье было, вы посмотрели вам мозг. Да, счастье было, вы не дружили. Ну все. Так, а теперь я... Наташа, стоишь, да? Ты все равно очень на киску похожа. А где вы с Алисой? Несчастненькие такие. Жались ли вы такие? Жались ли вы, бедные девочки? Ой, ужас. Я вас оставляю здесь, я тоже пошла в Светлану Николаевну на Белорогане. Вы тут же будете. Смотри. Ну, я так и делаю. Я не поняла, что ты бросаешь. А вы мне не боюсь. А? Ну не получается, если она вот так. Ой, Оля, очень удивит. Андрей, у меня боли не логарифма. Но я тебя не понимаю, я тебя не понимаю. Главное. Главное. Это дети.
ты что становятся взрослее. Уверенно мечтают и решают на труднее. Жизнь свою прошу на белом свете. Дружат и влюбляются, поют, ну а позднее часто вспоминают песни эти. Дети, солнце льет за лицом, все равно ты в школу идешь. Детям школьным лесоводым будем помнить о них. Что такое школа, это осень. И опять садимся мы за парты. Зовет нас на уроки перемен. Школа, я давно с тобою не был. Вновь станок зовет нас на уроки перемен. Школа, я давно с тобою не был. Что получится, что все расплывается. Хоть резко должна быть. Светит солнце, идет за льдом. Все равно ты в школу идешь. Детя в школе не стала. Thank you.
Невольский, мы не можем продолжать наш праздник. Освободите место для выпускников. Владимир Иванович, спасибо. Ведь может и так. Им дети виднее. Мы очень хорошие выросли дети. Под дождем и подступилим зноем. Ну, положим и чрот. Каждый новый номер есть последний звоночек. Он экзаменом против. Он как новый рассвет. Он итоги подводит. Прожит. Вы знаете, ребята, у нас в школе есть как бы свой школьный невидимый герой, который вы слышите много-много раз в течение дня, но никогда не видели. Это школьный звонок, да? И вот мне удалось еще огромным усилием говорить сегодня к вам, прийти к Богу и показаться на глазах. Сегодня он будет вести ваш праздник, и сегодня он прозвучит для вас в последний раз. Я передаю свой микрофон звонку. Это наш школьный звонок. Сегодня сам дорогим выпускникам. Я звонком зовусь повсюду. Колокольчики звоню, на экзамены зову. Прозвоню сегодня я где-то в среднем через час, но уже в последний раз. Слово предоставляется человеку, который ведет наш школьный корабль в океане света и знаний. Директору школы Раисе Петровне Соколовой. Дорогие выпускники, каждый год мы прощаемся со школой и мы с вами. Очень трогательно, очень печально. Мы сожалеем об этом каждый год. И каждый год мы принимаем новых ребятишек. Прощальный звонок, он действительно говорит о том, что наступает самостоятельная жизнь. Полшага осталось, и вы за порогом школы. Я вас прекрасно, большинство помню с 5 класса, когда вы пришли маленькие, рассеянные, не знали, в какой кабинет и куда идти, заблудились и плутали в наших высоких стенах, потолках, коридорах, и вас вели по жизни учителя основной школы. Я назову только некоторых. Это Лидия Александровна Складчикова. Взяла вас в пятом классе. Это Мария Георгиевна Соболева. Вы помните 5-й Б. Это Анна Геннадьевна Сидорина. Теперь Тамара Дмитриевна и другие. То есть вас было много. Вас было много, и, соответственно, классные руководители и учителя постоянно вам помогали в этом. И вот сегодня последний школьный звонок. Решением педагогического совета 103 выпускника допущены до экзамена. Но я считаю, что для некоторых из вас экзамен – это чистая формальность в школе, потому что вы готовы к ним. Вам только нужно взять билет, написать сочинение, выполнить контрольную работу по алгебре. Многие ребята, я сегодня не буду называть уже студенты по существу вузов, только один шаг осталось до зачисления. И поэтому нам жалко прощаться, но мы рады за вас. У вас вся жизнь впереди, и я верю, что вы будете настоящими людьми. Я верю, что вы в мир принесете доброту, счастье. И всегда будете помнить, что за вами 82-я школа. Я вас встречала все годы, каждый
каждое утро я была с вами. С вами я буду до последнего школьного звонка и до выпускного вечера, так же, как и все учителя. Поэтому давайте не будем забывать учителей, не проходить мимо, забыв или отвернувшись от нас. Несмотря на то, что многие плохо относятся к школе, но мы старались. Мы все силы, всю душу вкладывали в вас. Доброго вам пути!
всегда. И детку давайте назначим свидание, взрослые наши года. Пусть годы отчая нам часто и детка, как годы стремительные. Но пристань в детство, останется школа навек. Но пристань в детство, но пристань в детство, останется школа навек. Только мы видели вас на работе. Вечно вы в поисках, вечно в заботе. Все вас волнует, все вас тревожит. Чуткое сердце любому поможет. Мы вам желаем такими остаться. И никогда, ни за что не меняться. Пусть же годы вас не старят, и пусть стрелой летят они. И пусть цветы вам вечно дарят неугомонные, любимые ученики. Дорогие учителя, от имени всех выпускников спасибо вам за ваш труд, терпение, муку, любовь. Устроим праздник из будем своих учителей. Забудем. В Москве пройдемся до конца. Найдем для любви шубы. Слово предоставляю. Все мы в детстве во что-то играли, все мы толк понимали в игре. Кто-то гамбо играл на рояле, кто-то кошек гонял на дворе. Ну так что ж, в школе мы отучились. Пусть другие пристёнут к игре. Кто-то будет играть на рояле, кто-то кошек гонял на дворе. И ребятам, кому в эту школу приходить и опять, мы хотим ряд полезных советов в этот день на прощание дать. Если вам до завтра нужно, даты знать все наизусть, а у вас, к примеру, память только лишь на имена, вспомните вы хорошенько, как зовут соседа справа, как зовут соседа сзади, спереди, наискосок. И узнав таким манером имена друзей хороших, положитесь вы на дружбу, ведь она не подведет. Оскар. Дальше, дальше, давай. Лево, это если ты курил, скрываясь в диких дебрях средней школы, и, почуяв запах дыма, педагог подкрался вдруг, ловко прячась сигарету, гордо крикни: «От пожара я спасал родную школу! Вот, штаны еще горят!» Если в школу опоздал на урок литературы и придумать не сумел уважительной причины, говори, что поправлял дяде хворому подушку, потому что дядя твой уважать себя заставил. Можно Лермонтова знать плохо. Можно Фета не читать вовсе. Можно совсем не знать Блока. Но всему есть предел, брат. Учили, приобретали опыт, спотыкали и тут, и там. Тем, чем мы стали, во многом мы обязаны учителям. Спасибо всем учителям, что в жизнь билет вы дали нам. И по этому билету сядем в быструю ракету и учимся в жизнь вдаль, крутя времени педаль. Первый учитель, встречали у двери нас в первый класс. Спасибо большое, первый учитель, ведь вы свою душу вложили в нас. Учитель математики, для нас вы были мамой.
Вы это, может, слышали, но повторяем вновь. Спасибо вам за искренность, за прямоту, открытость. Спасибо за терпение, за нежность, за любовь. Вы помогли нам сущность в этом мире всю заново осмыслить и понять. И вдруг, узнав, что 2×2=4, впервые удивиться, что не 5. Какими мы смели солью разных пут. Вы ценить умели наш тяжелый труд. Никаких реакций не было подчас. Выпадал в осадок ваш любимый класс. Все мы куклы, учитель словесности, в нашей крохотной суете. Но кому-то дано лидировать, а кому-то вестись в хвосте. Как вы властвуете шикарно! В нас до черта, а вы один. Вы единственный папа Карло над миллионами буратино. Если вдруг вам от наших штучек станет грустно и тяжело, если вдруг вам в конец наскучит ваше трудное ремесло, или если вам станет тошно от нейтронов, полей и волн, вы забудьте законы физики и закройте мир на ремонт. Но пока мест вам аплодируют хоть 1, 2, 3 пацана, вы держитесь, учитель физики, потому что без вас хана. Мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, высшим достоинством человечества будут наши учителя. Не на слова, а по вящей традиции, которые завтрашней жизни подстать. Учителю надо будет родиться, и только потом стать. Аня, сюда. А вот она, вина. Это вот снято. Уйдем со школьного двора, под звуки нестареющего вальса. Учитель нас проводил в глаз, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта школьный дверь. Прощаться с ней не надо торопиться, но как забыть звончей звонка копеек и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта школьная дверь. Пройдись по диким школьным этажам, здесь прожито и боя-то немало. Был голос робок, гнев в руке дрожал, но ты домой с победой убежал. И если вдруг удача запропала, пройди по диким школьным этажам. Спасибо, что конца уроком нет, хотя и ждешь с надеждой перемены. Но жизнь, она особенный предмет, для нас вопросы новые ответы. Но ты пойди, дорогая школа, в день
прощание одиннадцатиклассники по традиции дарят школе какой-то подарок. В нашей школе отличные традиции. У нас много победителей физических, математических, биологических олимпиад. Но вот победителей астрономии нет ни одного. Мы дарим энциклопедию по астрономии и надеемся, что прибавит это победителей олимпиад. Как был окончен шумный спор, и в школе появился новый класс для обучения всех нас, что сердцем к истине летят и жизнь науке посвятят. Класс этот не нуждается в рекламе. Рекламы называют в ПТУ, а мы, придя домой, сказали маме: хотим учиться в классе МГУ. Да, были неудачи и успехи, порою было не до смеха, но мы старались улыбаться. И не срываться. Не срываться! И все старания были не напрасны. Учителя у нас прекрасны. Священ наш дружеский союз. Нам не забыть класс МГУшных курс. Настанет осень. Новый класс заменит в этих стенах нас. Пришла пора самостоятельно нам жить. А вам здоровья и других детей любви. Недалекое прошлое, видишь себя беспечным, легкомысленным ребенком, который глядит на жизнь как на нечто легкое, веселое, лишенное проблем и забот. Ну вот прозвенел последний звонок. И ниточка, которая связывала нас с детством, незримая ниточка, оборвалась. И пришла пора взглянуть в глаза настоящей взрослой жизни. Принять ее вызов. Но будучи уже взрослым, в нашей памяти обязательно останутся воспоминания о этих прекрасных мгновениях, проведенных в стенах нашей родной школы. И, конечно же, об отзывчивых учителях, которые могли помочь нам в любую минуту. Во-первых, это Юрий Анатольевич, который нам стал поистине вторым папой. Ощущает даже сейчас. А сколько в нем энтузиазма, энергии, это может позавидовать любой. А что бы мы делали без нашей Зои Васильевны, без ее, опять-таки, внимания, заботы, а главное терпения? Ведь она всегда и везде была готова объяснить любую задачу. И такая сложная, дремучая наука химия в ее устах превращалась в легкой, интересной и доступной. Можно смело утверждать, такой Зои Васильевны больше нет. Но особую благодарность мы бы хотели выразить директору нашей школы, Раисе Петровне Соколовой. Ведь именно под ее чутким руководством и была воплощена в жизнь эта идея создания МГУ-класса. Ведь, по сути, без ее участия мы бы здесь и не собрались. Так что большое вам спасибо. Ну, конечно, мы благодарны всем учителям. С вашей помощью мы познавали законы природы и истинные ценности, человеческие ценности. Так что мы хотим, чтобы вы знали, ваш труд не пропал даром. И вступая в этот сложный, взрослый мир, в наших сердцах вы останетесь навсегда. И, конечно, на прощание хочется пожелать вам, чтобы вы оставались именно такими, каким мы вас помним. Добрыми, нежными, отзывчивыми, терпеливыми, чтобы ваша энергия никогда не истекала. И чтобы те дети, кто придут после нас, были бы не похожи на нас. И потому что мы все-таки первые в классе МГУ. И пусть у вас останутся только хорошие о нас воспоминания. Спасибо вам. Все тише и тише, отвинел наш портрет.
когда ты в тебе спишь, я закончим последний урок. Что же, мои друзья, погрустнели ваши лица, мы покинули клуб, так же пусто теперь без нас. Уйдем за знакомый конец. Настанет день, и ты поймешь, наверное, что трудно жить без школы. А пока лови свои счастливые мгновения. История. А какими интересными кажутся истории, которые происходят на уроках истории? И какими интересными кажутся истории, которые происходят на уроках истории? Понимаем мы, что трудно, очень трудно вам историю сейчас преподавать. Ведь так много в ней происходило, что попробуй все осмыслить и понять. С пирамидой Хеопса, как всегда, мы разберемся. С тень Крайзена лицом мы узнаем. А 20 век в тумане, весь в тумане. И нам трудно в нем что-нибудь понять. Мы благодарим Светлану Ивановну за то, что она учила нас любить землю, наш мир. Мы ботанику учить в школе начинали, экологию беречь вы нас призывали. Мы запомним вас навек, милый наш ботаник. И пусть каждый человек природу охраняет, а не то, то ли еще будет. Мы хотим сказать теплые слова благодарности Балакине, Горинке, Пилону, Дыге, Менделеевске, вот сейчас в моем кабинете. Химия моя, ты наука века, обеспечила нитратами ты человека. Овощи ли ем, фруктами питаюсь, я всегда везде с химией встречаюсь. Кому? Где она? Дорогая Раиса Петровна, признаем, что мы немножко вам доставили хлопот, но учение быть не может совершенно без забот. Обещать готовы дружно, хоть всем классом к вам придем. Дорогой вы наш директор, больше вас не подведем. Надеюсь, и придете. Черный,
Он действительно говорит о том, что наступает самостоятельная жизнь. Полшага осталось, и вы за порогом школы. Я вас прекрасно, большинство помню, с пятого класса. Когда вы пришли маленькие, рассеянные, не знали, в какой кабинет и куда идти, заблудились и плутали в наших высоких стенах, потолках, коридорах, и вас вели по жизни учителя основной школы этого. Взяла вас я. Как
Пришел расставание час. Много хорошего помним о вас. Наши заботы, тревоги, печали вы непременно всегда замечали. Сколько мы видели вас на работе. Вечно вы в поисках, вечно в заботе. Одна. Нас до черта, а вы один. Вы единственный папа Карла над неизвестными буратинами. Если вдруг вам одна же штучка. И дружина и воля занимала. Но голос рог ветру не дрожал. Но ты домой с победой убежал. И если вдруг удача запропала, пройди. Спасибо, что нам дал урока мне. Хотя и ждешь надежды и перемены, но жизнь она особенный предмет. Про нас вопросы новые в ответ. Но жизнь, они решение непременно. Спасибо, что конца урока нет.
стажера за мной. Я не мог. Оля, иди же, где повыше лежу. Да нет.